Hello everyone, today we continue to run through Black Mesa. We are now in Lambda Corpus. Пельмешки тут все. Где? Жопа. Запись пошла, пошла. Хорошо. Так. Ну окей. Game is very long, I should say. Even if I'm just trying to run through it, it's even in this case very long. Цыпочки. Отдыхай. Сейчас. Подожди. Тактическая. Блин. Смысл. Ну, чисто для меня игра прикольная, но на один раз. Я вот как-то возвращаться в нее не особо хочу. Потом. Вот что Fear, что Half-Life, одна и та же тема, в принципе. Только Fear больше с уклоном в этот, в хоррор, а Half-Life больше с уклоном в подумай своей башкой, куда идти. И все. А так, ну, практически одни и те же игры. So that's it. That Fear and Half-Life have a lot in common. But Fear is more about horror elements and Half-Life is more about brain rush elements. But mostly the same games. So that's why I don't want to play them a lot. Only for first walkthrough and that's all. I don't think that I will ever return back to these games. But I want to record them just once for my channel. I'm not a huge fan of such shooters. You see, I'm again. I'm thinking where to go in this location. Ага, большая зеленая кнопка. Значит, сюда. Все верно. А если так подняться? Да, в принципе, без разницы. Я в Half-Life вообще вот первый никогда даже не играл. В принципе. Куда ты пошла?
А в игре есть бесконечные патроны, а вообще? Такая возможность. Дайте, подождите секунду. Я хочу постоянно стрелять с арбалета. Все время. Секундочку. Блин, что-то я не наблюдаю чита на бесконечные патроны в этой игре. К сожалению. А ну-ка. Блин, его мало, его очень мало, блин. Так. А как там? Лишь. Короче, ладно, хрен с ним. Ну, факт тот, что чита на бесконечные патроны нету в этой игре. И, типа, чтоб ходить, стрелять по кайфу, типа, нельзя. Надо постоянно вводить заново. Этот импульс 101 или там другие какие-то. Да. Ну, блядь. Впрочем, ну, мне реально нравится с арбалетом бегать в этой игре. Так, а что надо? Ну его как-то реально очень мало. 15 болтов всего. Это, ну, жестко как мало. Но пушка классная. Она мне реально нравится. Среди всего оружия. Больше всего мне заходит. Но, блин, постоянно вводить импульс 101, это жопа. Каждые, блин, каждые 2 минуты, это жопа. Такой фигней заниматься не хочется. Ну вот реально, давали побольше болтов на эту пушку. Она ж такая классная, блин. Чё её так ограничивают? Я извиняюсь, доктор Фримен. But I'm sure you understand that I couldn't risk opening that door until you had scoured the area. Давай рассказывай. This is the last entrance to the Lambda complex. Every other has been sealed off to contain the invasion. When we realized that you might actually make it here, we drew straws to see who would stay behind and let you through. Obviously, I drew the short one. My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Waiting for you, I mean. Да ладно, и чё вы ждёте? Что right я решу? But you can activate it on your way up. You'll have to flood the core anyway to get into the teleportation labs. You're not authorized to know about those. But I can see you already know. Чё-то все ждут. Все ждут Фримена. Шо вам этот Фримен? Фримен. Were you in weapons research too? I built the gluon gun, but I just can't bring myself to use it on another living creature. It doesn't appear that you have any trouble killing things. You can take her with you, but please promise to put her to good use. Что? Кого? Кого взять? Доволен?
сокровища. I'm sure you'll have plenty of opportunities to test her in the field, but you can practice in the shooting range, if you'd like. Что еще? Да не вопрос. Дед, давай. Открой мне двери. Надоел. А, я. Типа рельса, да? Типа рейлган. Ну, рейлган весьма своеобразный, вот это. Конечно. Блин, жалко, что нету на бесконечные патроны какого-то кода. Я бы ввел и ходил с арбалетом. Ну, блять, его просто нет. Ай, шо. Короче, я так понял, мне вниз, да? Вот сюда. Правильно? И шо? Ну, допустим. Сюда? Ой. Нет у меня ответов на такие вопросы. Where to go, as usual. Что за шум? What that noise? Окей. What the hell this game wants from me? Опять что-то покрутить. Ой. Завязываю. Ну шо ты? Ага. You are a sight for sore eyes. Head on downstairs. The old man's got a plan to get us out of this place. Ah, Freeman, isn't it? Freeman, да. Look here. You'll need to activate both pumps to flood the reactor. And then that access pipe down there will take you onto the core. Hurry on now, son. Time is short. Да, да. Что ты хочешь? Окей. You're glad I got this old sidearm on me, aren't you? Я ничего не понял. Подожди. Что ты говоришь, активировать надо? Все куда-то меня посылают постоянно. Задолбало. Что такое? Чё хочешь? What do you want? Something happened.
Тур-тур. What the fuck? А, ну конечно, блин, куда же без тебя-то? Так. И что? Ну как ты умер? Шо? Что делать? Что делать? Я ничего не понимаю. Что я не покрутил? Короче, я понял. Есть, короче, помпа и какие-то танки. И надо их активировать или что? Хорошо. Кнопка. Допустим. Что дальше? Теперь можно нажать. Теперь что-то активно. Помпа один активна. Танк один активен. Неактивно вот эти приколы. Хорошо. Запускай. Нормально, да?
Так, ладно. Присядь. Хорошо, делает вторая херня. Ладно, поехали. Допустим. Памп один. Памппинг шторм. Ну что-то мне пишет сюда надо, да? Хорошо. Пишу. Зеленый свет. Горит здесь. Короче, все очень запутано в этом Half-Life. Не знаю. It's a bit annoying, I should say. All this location design. Мне сюда надо, да? А сюда это куда? Это сюда? Похоже на... Прикольно, прикольно. Так, меня что-то прервали звонком. Так, что делать? Стандартный вопрос. Надо как-то активировать танк 2 или что? Танк. Танк 2, памп 2. Вниз, да? Кнопочка. Что, выйти отсюда можно? Блин, тут еще опять какой-то ребус начался. Ёб твою мать. И что? Не надо успеть? Не, ну это жутко. И чё? Блин! Тактически. И шо? Так. Блять, только не говори мне, что ты застрял.
Так? Все активно? Блять, заебал. What now? What now? Always the same question. What now? What now? What now? What now? What to do now? Always. Always the same question. What fucking now? What now? Почавкаем патронами. What now? Хорошо, лодинг значит, что мы вроде как что-то правильно сделали. Вообще меня уже задолбали эти, блин. Лабиринты для эпилептиков. Серьезно. Давай, что дальше? Мне куда? Мне сюда? Do not linger, Dr. Fleam. You've turned on the pumps. Now take the access pipe, flood the core, and get on up to the labs without delay. Охуеть. Типа я понял, что это значит, чел, да? Ой, короче. Сука. Чё надо? Мне прыгнуть теперь туда или что? Ничего ж не произошло. Что с того? Вот еще раз говорю, почему я не фанат, блять, Half-Life? Может быть, когда ты пройдешь эту игру в 10-й раз, тебе все и понятно. Но я прохожу в первый раз, блин, и это пиздец полный, я хочу. Пойди догадайся, что тебе надо, блин. Вот реально. Главное, кому это интересно. Вот шо тебе?
Даже при том, что дизайн локации вроде как даже неплох. Ну, в некоторых местах, не во всех. Потому что, опять же, вот эти все туннели для эпилептиков, это, блин, мое почтение. Ну, вот та же Аризонская пустыня, там вот эти каньоны. Неплохо. Но куда, блядь, идти? Постоянный, сука, вопрос. Постоянный, блядь. Никогда не исчезающий. Сука, вопрос, блядь. Куда нахуй идти, что делать? Без конца. Это заебало. Серьезно. Вот я не знаю, что сейчас. Я просто, блин, хожу как дурачок. Туда-сюда. Ага, пришел. Хуя ты танковый. Давай, перезаряд. Тактический. А что, в башку больше урона, да? Или нет? А хрен его знает. Да давай. Фриц. Не, ну вроде как в голову даже побольше урона будет. Сейчас, подожди. Подожди. Ага. Мне вниз? Или что? Мне сюда, да? Или нет? Нифига мне не сюда. Или мне сюда? Ну, судя по тому, как мы долго сюда плывем, не сюда. Да. Веселье пошло. И что дальше? Постоянный, сука, вопрос. И что дальше? Что такое? Что дальше? Типа, без конца, одно и то же. Что тут опять придумали? Ничего не понимаю, но очень. Арбалет откуда-то есть. Что? Ясно, типа лучи мешают пройти, я понял. Не знаю, ваншотят они, не ваншотят, мне все равно. Понятно. Это весело и интересно. Так, секунду. Так, решил перекусить чутка.
И чё? Вот постоянно, постоянно этот вопрос. И чё? И чё? И чё, блин? И чё? И нахрена я сюда пришёл? А? Извечно вечный вопрос, блин, в этих играх. Куда идти, что делать? И чё? Надоело. Ага, все, я понял, я там вышел. Тут мне или сюда. Или мне сюда. Непонятно. А тут чё? Блин, ну надоело, а? Вот реально. Надоело. Я вот даже не понимаю, как у этой игры, допустим, так много фанатов. Потому что, ну... Не, ну в ней что-то есть такое свое. Самобытная. Прикольная. Но постоянно вот это куда идти, что делать? Ну, ёлки-палки. Не, ну понятно, что если вы ее прошли там 10 тысяч раз, непонятно вообще почему, то, ну, вам эта игра понравится, по-любому. Ну, типа, мне, как, что это за херня? Ну, типа, мне, как человеку играет первый раз, конкретно в эту игру. Зашибись. Мне весьма сложно эту игру воспринимать. Потому что я каждую секунду, буквально, долблюсь мозгами, пытаясь понять, куда надо идти. Что делать, что задумали, что хотят и так далее. Типа. Вообще, большинство решений, но они абсолютно, блин, не очевидны. То есть ты не думаешь, кого стрелять, ты думаешь, куда же, блядь, мне идти постоянно. Все время. Все время эти туннели для эпилептиков. Всю игру, блядь. Типа, я не знаю. Фанаты этой игры, может быть, только такие, что которые играли еще, когда она только вышла, типа, и, ну, просто больше ничего не было, они только в это играли и в итоге стали охрененными фанатами. Потому что, блин, я не представляю, кто сейчас будет фанатеть от этой игры. Когда есть тот же Doom Eternal, к примеру. Не, ну... Я хочу сказать, раз сделали ремастер первой части, то это значит, что у этой игры хоть уже есть какое-то коммунити, блин, нехеровое. Ну, типа, мне, как человеку новому в этой игре, очень тяжело в ней ориентироваться. Очень тяжело понимать, что вообще от меня нужно. Вот шо это? Шо это? Что это такое? Что это? Какая-то катушка. Эта штука наверняка убивает.
Так, ясно. Мне, короче, каким-то хером надо наверх попасть, да? Ага, с помощью прыжков. Или что? Ясно. Короче, что-то произошло. Я сломал систему, блядь. Ясно. Все ясно. Почему я хочу проходить эту игру с читами, блядь, понимаете? Понимаете, да? Почему я хочу это делать? Потому что это пиздец заебало. Так, FPS просел жестко. Так, что тут надо в этой катушке ебучей? Пиздец тут FPS проседает. Выровняй. Уже. Ой, короче, блядь. Что игре надо? Это, блядь, маразм какой-то, нахуй. You're the one from the Anomalous Materials Labs, aren't you? I recognize you. Здорово. I thought you were the pizza guy. Здорово, блядь. Что надо этой игре? Чё она хочет? И шо? Где я оказался? А ну-ка, секунду. Подожди. И шо? Ага. Понял. Или не понял. Пиздец, ну. Что тут происходит вообще? Какой-то трешак происходит в этой локации, блядь. Тебя постоянно кидает куда-то, блин, туда-сюда. И возвращает в начало, пиздец. Я нихера не понял. Таких вещей. Что тут вообще есть, блядь? В этой локе. Так, тут... Это чё? Ага, ага, я понял, что это такое. Ну, короче, жесть. Короче, куча всяких телепортов, блин. Максимально унылых. Непонятно, зачем и для чего это все надо. Постоянно тебя возвращают в начало. Зачем-то. Хорошо. Допустим. Допустим, блядь. Окей, я здесь.
Disengaged. Тут не пройти. Disengaged. Хорошо, допустим. И шо? Шо тут? Есть что-то интересное? Не знаю, не могу сказать, что тут интересного. Ну, типа, в чем прикол? Я вот, блядь, что? И что? И нахера? Эта дверь открывается? Неизвестно. Давай, жми. Жми. Не жмет, да? Понял. Короче, жесть. Я не знаю, что тут делать, нахуй. Я даже с ноклипом не понимаю, что тут надо, блядь. Куда меня кинуло, блядь? Чё всё белое? Ничего не понял. Так. Хрень. Я ни хера не понял. Чё игра хочет? Или тут несколько, ебать, порталов? 8, 9. Не сюда? Нет? Куда мне? Это чё? Хер его знает, чё это. Тут чё? Ладно, хорошо, допустим. Давайте без ноклипа побегаем. Так, ну. Пушек нету. Ага, то есть я мог что-то триггернуть, блядь. Хорошо. Здорово. Пиздец, надоел. Чё игра хочет, а? Мне непонятно. Это просто апофеоз говна. Апофеоз, блядь. Блядь, эти прыжки по порталам, сука. Это бред. А нахер ты вниз едешь? Хорошо. Допустим. Допустим, блядь. Я ёбнулся, сдох, да? Или нет? Нет. Надо дождаться, пока эта херня будет здесь. Потом прыгнуть в эту хуйню. Потом, блядь, прыгнуть сюда, нахуй. Блядь. Сука, нахуй. Бред собачий. Заебал. Два. Шесть. Ебать, чё. Охуенно. Блять, короче, нахуй. Но это невозможно, это заебало как, нахуй.
тут, блядь, эти прыжки, ё... Хорошо, допустим. Предположим, я, блядь, пропрыгал, нахуй, да? До самого верха, блядь. Каким-то хером. Чё это? А хер его знает, чё. Где самый верх? Три. Что это? Тут эти люди, блядь. Чё тут вообще есть? Угу. Угу. Я вот хочу, куда мне надо попасть, понять. Сука, портальное говно. Мне надо сюда попасть. Давай. Давай. Я попал сюда. И шо? Шо? Ничего, да? Понял. Короче, это надо как-то решать, блядь. Сейчас посмотрим, как это можно решить. Так. Секунду. Подожди. Все, налетаю, да? Ну ладно, похер. Хорошо, открылся этот портал. Ну, отрубил? Хули ты не отрубил, блядь. Войди. Вот. И меня опять вернуло нахуй сюда. Типа я ничего не хочу сказать, но это полная жопа. У меня нет желания это проходить, блядь. Ну вообще. Тупо не хочется. Просто не хочу. Ебали. Оружие пропало. Почему-то. Чё?
Gordon Freeman. You finally found us. So this is the guy, huh? Thought you'd never make it. Ебанут. Nonsense, Hunter. Nothing stands in the way of our errant knight in shiny high impact reactive armor. Guess not. Right then. This way. Expecting. This way, Gordon. What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected themselves, that is. Что вам надо, блин? These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. I'm sure that you will know it. Что вам надо? Мне надо дождаться, пока не попиздят. No ifs, ands, or asses about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. Ладно, я понял. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out, well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. Что хочешь? So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Доктор Штайнман. Понял. Open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. Что хочешь? We've all been a wee bit wrangled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Сука, вы меня выпустите нахуй, или вы будете пиздеть, блядь, без конца нахуй? Сука. Чё? И шо? И шо? И шо? Хорошо, идти куда? Я понял. Я это могу кодом решить. Доктор Фримен, so glad you made it. I've one final accoutrement for you. Пиздец. This is the long jump module. I created it expressly for navigation in the world beyond. И шо? Long jump. I hope you've received long jump training. Никак его использовать. Понял. Hello, Freeman. I'm up here. Practice your long jump if you must, but hurry up. Activate long jump. Double tap. Понял. Все. Вопрос снят. Хорошо. Нападать не надо, да? Хорошо. Что опять надо? Опять что-то нажать, да? Опять что-то нажать, покрутить. Так, так, так. Сюда. Или я дождаться что-то будет? Ой. Рой. Ладно, пока покушаем. Тут что-то происходит.
лучи какие-то. Ладно, понял. Поближе, поближе. Все, можно прыгать, да? А что ты, блядь, не попадешь? Короче. Не сюда? Походу да. Пишу. Нихуя не понял, но очень интересно. Короче. Что это такое? Я это уже знаю. Что по времени? Час 02, да? А что происходит? Жесть какая. Вот он, Нихиланд. Понятно. Короче, крут. В общем, ладно. Давайте тут притормозим. Где эта хуйня? Тут мы притормозим, потом уже начнем проходить мир Зен. Он так неплох, кстати, я хочу сказать. Прикольный такой. Зацените. Весьма неплохо. А пока что... Да. Пока что все. Потом, потом. Все потом. В общем-то, да что. Жмите что-то под видосом. Как меня закумарили уже эти лабиринты сраные. Хочется открытых пространств. Но, судя по всему, эта игра... Ну, надеюсь, мир Зен... Ну, хотя я уже знаю, что за мир Зен, что... Что там такие же заёбы будут. Так что, ладно. Я что говорю, Half-Life не моя любимая игра. Вообще. Ни капли. Потому что, ну... Ну, я уже говорил, почему. Так что все тогда. Все, всем пока. Увидимся в мире Дзен тогда. Все. Счастливо.